Сегодня день выборов, вы кандидат. Ваши портреты висят на целой куче автобусов, я только что сфотографировала еще три. Вы мне не ответите? Вы же понимаете, что это увидят 10 тысяч наших читателей и зададут вопросы. Я вообще не ожидала вас тут увидеть. Нет. Я вас не узнал в очках. Какими воротники за нами следят, да? Вы за идиотов нас держите? Это слишком просто было, понимаете? Я в этой школе уже была сегодня. И машина у вас одна и та же. Я подъехала, увидела вашу машину и не поверила. Я сюда не за этим ехала. Это просто невозможно. Депутат Вельготский не дает открыть мне дверь. Дал.